Мы находимся с вами на территории сухого карстового лога, самого большого лога в Увельском районе. Этот лог я начал обследовать 28 сентября 2011 года. Именно тогда спелеоархеолог Владимир Юрин обнаружил здесь две воронки. К раскопкам ученый смог приступить спустя ровно 7 лет. Все время отнимали другие исследования. Тогда археолог и не догадывался, какие сюрпризы может преподнести эта пещера. Вход был шириной 1,4 метра, высотой до 20 сантиметров. Всего 1 метр просматривалось. Дальше все завалено камнем и затянуто суписью. Пещера, как выяснил Владимир, может тянуться на десятки, а то и сотни метров. И чтобы пробраться внутрь, команде приходится ежедневно вытаскивать по тонне камней. Работают по 6 часов зубилами, молотками и кувалдами. В раскопках заняты не только ученые, но также врачи, медсестры, фермеры. Все, кому интересна история. Среди волонтеров есть и школьники из Челябинска. Семиклассника Артура Бронникова к делу приобщил друг. В самом Челябинске нет пещер, поэтому приходится ехать за город. На счету 14-летнего Артура два спуска. И как новичку ему повезло, парень обнаружил антропологический материал, который встречается в таких местах крайне редко – череп древнего человека. Пока находка остается нетронутой под землей. Чтобы показать вам находку, мы решили спуститься в саму пещеру. Для этого нам придется проползти более 20 метров на животе в кромешной тьме. Честно говоря, делаю это впервые. Надеюсь, у меня нет клаустрофобии. Встретимся с вами внизу. Первые шаги самые страшные. Внутри ощущается смятение, ведь спускаться приходится ногами вниз, не чувствуя опоры. Ползти приходится на животе, спиной и головой упираясь в каменный свод, подбадривает радостный голос оператора. Давай, Ален. Тут нормально, спускайся. Так, я попробую сейчас туда. Протиснуть туда. Вот камеру подержать? Ползли мы примерно 10-7 минут, но под землей время идет по-другому. И вот перед нами открылся вполне просторный коридор, а справа тот самый череп. Бесценный экспонат, который встретился Владимиру впервые за 24 года исследований Увельских пещер. Захоронен был шаман, ну или жрец того населения, там тысячу, две, три, а то и 5000 лет назад. И вот он, раз недоступна пещера для человека была, даже для животных последние десятилетия не было здесь животных. Исследователь предположил, что череп принадлежит шаману, поскольку простых людей хоронили иначе, а не закапывали в пещеры. Мы потом ножом вокруг начнем раскоп, посмотрим. Если пойдут кости человека еще, тогда, значит, это погребение. Находку направят в Институт истории и археологии при Российской академии наук. А бригада добровольцев продолжит копать дальше. Ведь в планах у спелеоархеолога совместить две пещеры и сделать безопасный проход для туристов. Кстати, ученым требуется помощь волонтеров, которые также стремятся познать нашу древнюю историю. Алена Павлова, Евгений Чекалов, ОТВ.